как весело, все выстроились в ряд. Веселые грибочки со шляпками стоят. Он за 400 кента ПК купил за 400. Давай, брат, давай. Я Пепа, крутая пена, делаю много депа, нелегка потеря, с девого дева гулять смело. Все купил. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. Прямо сегодня я зайду на стримы к стримерам, у которых ноль зрителей. Просто представьте, я зайду к ним, и я им дам бесплатно нож. А может быть даже не один, а два. Короче, будет нереально крутое видео. Поэтому, ребята, пожалуйста, прямо в эту секунду прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите как можно больше комментариев, потому что еще я хотел бы вам подарить М9 Бенет Блюблад. Просто лайк, подписка, комментарий и посмотри видео без перемоток. Ну что же, а мы, ребята, переходим к первому стримеру. Так, ну что же, я только что купил у него скин. Готов. Давай, готов, брат! Готов, купил, да, скинчик родной! Давай! Не, ну а чё, реально? О, купил! Что? Офигеть, реально купил. Подожди. Стой, подожди. Да стою, родной. Сейчас скрин буду делать. Кента ПК. Это реально Кента ПК купил. Да, бро. Посмотри, там вещат просто в шоке. Спасибо большое, Кента ПК, реально. Чтоб понимали, ребята, у него было 0 зрителей. Я зашел к нему на стрим, у него лайн подрос, у него сейчас 18 человек, просто прикиньте. Спой песню про Пепу и дам еще. Покупай, спой песню про Пепу и дам еще. Я не знаю, какую песню. У меня даже на ум ничего не приходит сейчас, реально. Я не знаю, что песню спеть. Кен Пеппа, свинка Пеппа, свинка Пеппа. Ну это не песня, родники ты мой, это не песня! Кентуха, ты Пеппа, свинка Пеппа. Это я ему давал голду? Этому челу? И, знаете, мне прям просто руки трясутся от того, что... Что Кента показывал тебе, бывает, родной! Ну что, ребята, а мы переходим к следующему стримеру. О, ребят, идеально! Я нашел стримера, у которых один онлайн! Но у них на стриме происходит какой-то просто полнейший трэш! Так, мужики, я их попросил, чтобы они показали свой инвентарь стендов 2. Посмотрите, вот он увидел мое сообщение. Кем-то пока написал. Да кем-то пока он... Спасибо, что за фигня? Они думали, что фейк, они думали, что фейк. Братан! Стоп, у него же должен видос тогда выйти! Подожди, братан, я не понимаю, что за рофл? А это я, Кента ПК, мужики! Кента ПК, ты рил настоящий? Ну конечно, брат, конечно, рил настоящий. Ха, Кента ПК, ты рил на стриме? А, окей, смотри, братан. У тебя, у него галочки, это Кента ПК настоящий. Кент, смотри, ладно, базар ноль. Они просто в шоке. Окей, без проблем. Быстрее. Давай, он на Кента подписан, он на Кента подписан, давай. Кентуха, без проблем, инвентарь покажи, алло, окей. Давай, брат. Редактор я вырубаю, а, вот так вот низко делаю. Посмотрите, какие у них бедные скины. Какой у них скромный инвентарь, у них всего лишь 79 голдишки было на балансе. Братва, давайте порадуем пацанов! Выставляйте скин, давайте для начала напишу за 500 г. О, имба, у них всего лишь один нож бабочки легаси, блин. Рил кентуха, кентуха на проводе. Блин, ребята, у них плохое качество стрима. Я бы хотел бы им дать реально гораздо больше голдишки, но пока что дадим всего лишь 500. Так, мужики, ну короче, я сегодня покупаю скин, у них просто прозрачная вебка, я бы хотел бы дать гораздо больше, но у них какая-то дичь по настройкам. Все, захожу с ним, давайте купим. Купил скин за 500 голдишки. Теперь смотрим на их реакцию. Он за 400 кента ПК купил за 400. Братуха, он рулит. Стой. Кентуха, брат. Он на стриме сейчас. Блин, меня так прикалывает, что вебка прозрачная. Кентуха, ты угораешь, 479 голды. Давайте, может, им еще дадим. Короче, эти ребята вроде бы как настроили вебочку, и я им написал, выставляйте еще за 500 голдишки, чтобы им точно хватило на ножичек. Блин, опять прозрачнее стало. Задолбались с вашей вебкой. Короче, я им еще напишу, если вебка прозрачная, голды не дам. О, все, теперь вебка опять нормальная. Так, 165-й паттерн. Ну, ребятки, ща мы поищем, порадуем молодежь. 165-й паттерн. Лезем, лезгири. Так, за 500 голдишки. Ох, пацаны, готовы? Еще не будет мисс Челюха. Скажи честно, ты меня троллишь, да? Он купил Кента ПК! Пожалуйста, Кентуха! Кентуха на проводе, я прям понял. Посмотрите на лицо его друга. Снимай кружок в телеграм, потому что к нам Кентуха залез. Смотрите, а друг плачет, потому что ему голды никто не дал. Давайте напишу. Спойте для меня, дам еще. Спойте для меня, дам еще. А что спеть? Что спеть? Что спеть? Давай сейчас я. О, сейчас спою. Окей, смотри, гитара есть. У кого я? У них гитара есть даже, прикиньте, вот это вообще имба. Все, музыкальная пауза.
Я что кентуха у меня, он на проводе не знает ничего. Если кент АПК, то Анетка АПК. Кстати, на Анетку АПК я подписан. Кент, заметь, пожалуйста, я тобой сап, пожалуйста, все. Блин, ой, короче, модератор этого чела просит меня голду, такой вардруг этого чела просит меня голду, все просят меня голду. Я не знал бы ничего, и контент АПК, я на стрим сейчас залетал. Мы с Витьком сидим, у кента в гостях сидим, и не зная ничего. Ну неплохо, пацаны, пойдет. Так, ну ладно, ребятки, немножко порадовали малышей. Я думаю, мы можем переходить к следующим стримерам. Погнали. Так, ребят, посмотрите, кому я еще только что зашел. Настоящий кентуха. Здорово, братуха. Здорово, как делишки? Там пацаны просто в шоке. У чела 3 зрителя, и тут я зашел к нему на стрим. Посмотри, как смешно одет. У него на лице маска и шапка-ушанка. Нихера себе, кентуха. Что-то все в шоке, пацаны. Сделай веб побольше и покажи инвентарь. Сделай вебку побольше и покажи инвентарь. А можешь подождать или мне прямо во время катки выходить? Во время катки! Не могу, бро. Я хочу тебе помочь. Хорошо, братан, прости. Он выходит прямо посреди дуэля ради меня. Вот так пойдет? Вот так пойдет. Так, мужики, я ему написал, за сколько снимешь шапку? За сколько голды снимешь шапку? За сколько голды снимешь шапку? Шапку? Не хочу снимать. Ну давай за 3000 голды. Инвентарь у меня такой. За 3000 голды? Да не, ну, это ж кентуха, он все может, блин. Давайте напишу, год за 1500 снимешь шапку. Год за 1500 снимешь шапку и маску приспустишь. Я понял. Давай, брат. Блин, ну 3000 это слишком много. Я могу, типа, сделать, ну, чтоб нос было видно тогда. За 1500. И шапку сниму. Гаджишка делай. Гаджишка делаешь. Давайте напишу го. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Прическа вообще вар. Все, идеально. Все, пишу, выставляй скин. 5 minutes later. Купил скин только что. Купил скин. О, кентуха, спасибо. Спасибо, кентуха. Они же материться начали. Я могу купить перчатки, и, скорее всего, турнир будет еще глобальнее нафиг. А, это какой-то киберспортсмен, понимаете? Давайте, попрошу, спой песню, дам еще голды. Если мне понравится, дадим ему голдишки. Смотрите, модератор просто в шоке, челюха слетела, пишет. Спой песню про Пеппу. Может, про свинку Пеппу? А как твою? Есть какой-нибудь текст? Потому что, ну, типа, текст придумай сам. Давай, я даже не буду интернет смотреть, окей, все. Я не знаю. Ты хотел треки писать, давай придумывай. Это рэпер еще какой-то, прикиньте, это какой-то рэпер. Сейчас зачитаю. Давай, брат, давай. Ну, как бы, я сделал это за, не знаю, сколько минут. Кринжом, конечно. Давай, брат, давай. Я Пеппа, крутая пена. Делаю много депа, нелегка потеря. Сделала дело, гуляй смело. Шедевр, брат, шедевр. Думаю, вы угарнули хотя бы чуть-чуть. Ну, братва, на 500 голды. Выставляй за 500 г. Ё-моё, нифига себе. Готово. Давай, брат. И моментально купил, офигеть. Порадовали, малышка! Ну что, братва, погнали дальше. Ква-ква-ква, чел! Братва, где же я беру голдишечку? Конечно же, на булдропчике. Тем более, там добавили новую коллекцию сундуков. Тем более, там можно открывать 2 сундука в сутки бесплатно. И тем более, там есть бесплатные булпасники. Это все на халяву. Также, мы уже на подписчике сверху на моей башке есть 2 секретных слова. Вы их вводите и можете забрать все приз совершенно бесплатно. По 1% по второму халявный сундучок. Все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. О, у чела еще 2 зрителя. Я не могу уже посмотреть. Оригинальный. Кент АПК? Да, конечно, не надо, я блин, давай, чел. Я всем пишу, чтобы они включили вебку. Блин, я не могу даже посмотреть. Без вебки я никому голдишки не дам. Ну это же неинтересно. Нужна вебка. Настоящий кент АПК, серьезно? Да, брат, вебку, дам голдишки. О, чел, кстати, опоет Феникса. Можем я пропустить? Брат, я никак не смогу включить вебку. Это impossible, понял. Все, до свидания, брат. Окей. 5 minutes later. А, стоп! Походу начал включить вебку. Я ему написал дам нож, если вот включишь вебку. И он начал сразу пытаться нет, включить. А сейчас, ну-ка. Блин,
не понимаю, что за прикол, они все стримят через одну программу или как? О, вебку включил! Ну вот. Здорово, брат! Ну давайте я напишу, выставляй скин. Как Сигма. Выставляй скин. Братик, выставляй скин, скинчанский. Кентыч, все для тебя. Спасибо, брат. Блин, он какой-то, знаете, он какой-то безэмоциональный. Давайте я его попрошу, чтобы он спел песню про меня, и я ему дам голды на нож. Давайте, имба будет. Так, что надо дальше делать? Ради ножа, что называется. Выставляй скин? Какой, за сколько? Да ладно, лицо палить, господи, что страшно. Ладно бы я был там, не знаю, сейчас еще. Подожди, тут вообще песня. Ой-ой-ой, вот, красава. Не, вот это нормальный покажу. Парень. Мне он понравился. Че, можно выключать, кентух? Брат, хочу песню. Спой песню про Пеппа. Блин, Кента, я не помню песни про Пеппа. Я могу спеть веселые грибочки. О, во грибочки, во. Как весело, все быстро и быстро. Веселые грибочки со шляпками стоят. Они такие дружные, их целая семья. Мама, папа, дочка. И конечно, я. Покружились, покружились. Ой, как весело у нас. Мы грибочки озорные. Мы грибочки просто класс. Приседаем, приседаем, приседаем. Даже тик-так не знает эту песню полностью, он ее знает. Вроде и все. Мордва, полтора косарика заслужил молодой. Ну полтора косаря, ну по-любому. Скин за 1500, правда? О-о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 
такое дело? Ну какой-то прохаванный малой, да? У него там обновленный интерфейс, напальчники, но непонятно, почему он всего лишь гол. У него стрим называется Апо Феникс. Значит, он гол, по идее. Я в шоке. У меня руки трясутся. Если давай. Честно, я. Бивей, я даже не знаю, мне эмоции не передать. Я в шоке. Тем более, ты зашел к такому типа маленькому, у меня там 170 с чем-то подписчиков. У тебя один зритель, да, мужик? Это же просто жесть. Давай Glockflock, ну вот там за 1499, там 0.1. Если это видос Кент, то я буду очень счастлив себя там увидеть. Ой, красава. Ну чё, братва, рада молодого? Блин, Кен, это я в ш... Да ладно. Спасибо огромное. Спасибо, Кент, спасибо. Я в шоке. Блин, я не знаю, Кент. Я под следующим видосом, я тебя отмечу. Я не знаю, ну может быть, тебе там придут от меня, там, ну не знаю, подписчиков хотя бы 10-15. Ой, как мило. Он хочет меня пропиарить. Давай, давай. Спасибо большое. Я в шоке просто. Блин, брат, единственное, не понимаю, что у тебя лицо такое безэмоциональное, знаешь, вот такое ощущение, что я приходил, что не приходил, как будто одно выражение лица. Нет такого ощущения? Брат, но... ты топ. Ну реально, очень хороший чел. Очень я хороший. В шоке, мне столько голды никогда не давали, спасибо, кентух. Я в шоке. Блин, ребят, посмотрите, он сейчас как будто заплачет. Угадай число. Братишка, вот. Ты чё? Ой, просто посмотрите. Все, давайте, напишу удачи, идемте дальше. Блин, ребят, так обидно, что у челов нет вебки. Я уже захожу, наверное, на стрим на 10, говорю, включи вебку, дам голды. Обалдеть. Здорово, кентуха. Здорово, так, брат, чё у тебя вебки-то нет? Голды, голдишка мог залутать на халяву. Эх, блин. Еще один, ребята, школьник. Брат. О, вебку включает, вебку. Блин, смотрите, его вебку. Даже стрим сбился. Посмотрите на вебку, вот этот кружочек, это его вебка. Посмотрите на эту вебку. Я не могу это. Смотри, он пишет сразу, чел в лобик, а мне кем-то пока зашел с галкой. Еб. Это Рю, ты? Напишу, можешь поменьше кружок сделать? Напишу, с вебкой. Можешь поменьше кружок с вебкой сделать? Я чисто его жестко прикалываю, сделал кружок с вебкой поменьше. Окей, сейчас. Это серьезно ты вообще? Серьезно ли это я? Да, ладно, давайте мы дадим голды. Выставляй скин за 500 г. Я не верю. Выставляй скин за 500 г. Я обычно не даю голдишку, но тут такая гарная вебка, я не смог пройти мимо. Вот этот маленький кружочек, размерами не знаю что, с одну копейку. Хорошо, серьезно? Посмотрите на вебку, я не могу. Я думал, все, спасибо за... То, что спасибо, хоть один человек зашел. Давайте мы напишем, не матерись, а то он матюкается много. Пишу, не матерись, а то не дам ничего. Он просто в шоке, у чела челюха слетела. Смотрите, вебка, опять. Давай вот этот. Давай, блядь. Давай, P 350, вот. Такой паттерн, 518. Паттерн такой, 518. Ну что, покупаю? 3, 2, 1, купил. Что? Зачем там делать? Все, купил. Купил скин. Просто приготовьтесь, сейчас он будет орать. Вот этот школьник по-любому будет орать. Все, купил.
кажись, он себе там что-то сломал. Не, говорю, это самая гарная реакция. Жалко, что у него нет нормальной вебки. Он теперь своему кому-то другу в лобби рассказывает. Он у меня 400 голды. Вообще-то не 400-500, там комиссия просто. Ну что же, ребята, примерно вот так вот выглядит моя история покупок. Просто раздался, молодишки, ё-моё. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, если понравилось подобное видео, прямо эту секунду прожмите лайк, и обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Если хотите получить также голдишку, прямо сейчас подпишись. Также не забудь подписаться на мой ТГ-канал, потому что прямо сейчас там разыгрываю 3 ножа. Жду тебя в нем, ссылка в описании. Всем удачи, всем пока-пока.